Ну, люди, да? Бросили. Мерседес. А кому нахер нужно? Мы в таком состоянии. Пневмоподвеска упала, все. Это уже, скорее всего, с мотором что-то случилось, и с коробкой. Он одни только саморезы. На бампере что только стоит. Да она вся повидала виду, раз в таком состоянии. С зимы стоит еще. Кто? А, наверное, оба. Вот так вот автомобили убивают у нас. Мне кажется, УАЗик ценнее, чем вот этот вот. Активный радар.